У меня есть лишний ряд, он мне не нужен, мне нужно этот ряд распустить. Причем желательно распустить быстро, не дергая каждую петлю. Есть очень хороший способ. Беру нить, чуть-чуть выдвигаю иглу вперед и тяну нить в сторону. Видите, что у меня поднимаются все петли, дотягиваю до крайней петли и дальше немножко выдвигаю иглы вперед и просто поднимаю нить. Таким образом, видите, за буквально пару секунд я распускаю целый ряд, на что при традиционном способе у меня ушло бы гораздо больше времени, и плюс к тому я бы попортила половину петель. Таким образом, я распускаю ряд буквально за секунду. Надеюсь, способ вам был полезен. Подпишитесь на наш канал, чтобы узнать много нового, интересного, полезного для машинного вязания.